На передовой находится наш вокзальный пункт. Люди приезжают на вокзал, как могут выбираются из зоны АТО. Многие в чем стояли. Летом это была еще не такая большая проблема, было жарко, потом стало холодно. Представьте себе, в ноябре или в январе маму с детьми, ну, хорошо, если в кроссовках, а то и в тапочках. В халате, в халате, в чем угодно. Естественно, в первую очередь нужно людей накормить, напоить, успокоить, дать им хотя бы где-то переночевать. Сейчас в Харькове люди уже почти не остаются. В Харькове, по официальным данным, находится зарегистрированных 140 тысяч переселенцев. На самом деле их, конечно, гораздо больше. Эту цифру, наверное, никто не сможет правильно назвать. Сейчас вокзальный пункт работает только на транзит, то есть мы принимаем людей, кормим, переодеваем, даем продукты в дорогу, МЧС предоставляет бесплатные билеты по Украине. Диспетчерская по эвакуации. Несмотря на объявленное перемирие, поток не уменьшается. Но в связи с введенной пропускной системой выехать становится все сложнее из зоны АТО. Люди звонят на нашу горячую линию с просьбой помочь им выехать. Мы контактируем, мы сами не занимаемся вывозом, у нас только диспетчерская. Мы контактируем с другими волонтерскими организациями, которые занимаются вывозом из зоны АТО. И это наша самая большая сейчас проблема из-за пропускной системы, которая, ну, наверное, не очень продумана была введена. Она, конечно же, нужна, но, наверное, должны быть какие-то льготы для людей, которые хотят просто спасти жизнь свою и своих детей.